об этом портрете хочу сказать, что когда я взяла карандаш в руки, я даже представить не могла, что только одним цветом можно нарисовать такое разнообразие оттенков, форм, что можно передать человеческие чувства, можно настолько выразительно передать свет, одежду и даже слезу. Все было интересно рисовать, но не скрою, что нарисовать слезу — это было что-то. И что она настолько получится водной и текущей по щеке, я даже представить себе не могла. Это очень увлекательно, одним карандашом передать такое множество и разнообразие характера, оттенков, человеческого настроения. И этот портрет утвердил меня в мысли, что нужно рисовать еще, что это интересно передавать карандашом. И у меня есть много планов на рисунок карандашом. Я думаю, все последующие рисунки получатся такими же прекрасными, как и этот.